Ну, как они спят. Имя Мишна. Ребята, просыпаемся. Поехали делать прививочки. Прививки. Пойдем делать прививки. Гафи, прививку надо делать. Они будут в сумочке нашей новой ехать. Да, вот на новой подстилочке спят. Ага. Поедут в новой сумочке, которую мы в прошлом видео распаковали. Так, поехали. Вот вам домик. Вот, пойдем. Вот. Первый есть в домике. Первый пошел. Вторая пошла. Заходи, заходи, не стесняйся. Готовы к поездке. Вон они там. В своем походном домике. Ажик, посмотри, кто там. Ты видел, да? В твой домик залезли? Рыжик, ты же не хочешь на прививки уехать? Ну, поехали. Рыжик, уйди с дороги. Рыжичек нас провожает. Ночка, ты поедешь с нами прививку делать? Что, не хочешь? А, ну да, мы тебе же уже делали. Иди гуляй, а мы поехали. Что, готовы? Да. Все, поехали. Они тоже готовы. Ой, батя, на мной сидит, я щенка не вижу. Скажи, тебе собачка-то нравится? Хорошо. Тебя тетя спрашивает. А? Нравится. Мне больше всего собака. Ну, еще больше всего? Собаки вдруг они активные. Это расписываемся, что хозяева, да? Паспорт. А, что паспорт. Гафи дали паспорт. По котенку дадите паспорт? Кто это, котенок или кошка? Вы нам можете подсказать? Мы его, короче, уже... Сейчас откормите, красивый будет. Лечили уже его. Я только здесь, кажется, котик. Обычно она такая... Я ищу, потому что я не опустилась. Его как будто пытаются. Ты пацан. Ну, пацан. Тогда получается ему прививку еще нельзя. Нет. А когда нам приехать тогда? Какого числа? Вот когда привезете на вторую, как раз его привезут. А, и вместе. Сейчас его получается сентября. Ну как раз вот там потом уже это. Угу, хорошо, вместе значит опять их привезем. Вот, печеньке тоже паспорт дали. Видишь, печенька? Тебе тоже паспорт дали. Ты котик у нас. Сейчас тебе будут укольчик делать.
Только не растирай. Угу. Не больно. Не больно же было, да? Обычно как и бить, а вот девки молчат. Не трогай, все, не трогай. Все, все, все. Отдыхайте там. А тебе печенька еще предстоит. Прививочку сделали. Эта банда все еще здесь? Привет. Привет. Ты что здесь делаешь? Мне вот такие нравятся. Вот, сделали прививочки. Все, теперь едем домой. Нам дали паспорта. Дали паспорт Гафи, вот, щеночку. Дали паспорт печеньки. Печеньки мы спросили. Нам сказали, что это точно пацан. Это мальчик. Так что это крекер, а не печенька. Не, печенька подходит и мальчику, и девочке. Все, молодец. Она вытерпела прививку. Мужественно. Нет, она чуть-чуть плакала. Ну, чуть-чуть поплакала. Ну, ничего, зато болеть не будем. Там еще котенок. Поехали домой. Вот мы приехали домой. Да. Ура. Мяу-мяу. Рыжий, ты соскучился по нам? Да. А соскучился по Гафе и печеньке? Печенька, оказывается, мальчик. Давай, я их отпускаю на свободу. Смотри, Рыжик. Та-дам! Гай, меня есть. Печеньки мы не сделали пока прививку, оказывается, еще рано. Через месяц. Да, через месяц. А Гафи уже сделали. Выходи, печенька. Сейчас Гафи выйдет. Котеночек, пацан. А вот и Гафи. Вот она. Давай ее на пол посадим. Пусть бегает, а то она соскучилась. Побегать хочет. Котенок тоже растряслась. Ой! Тихо. Всем пока!